НБМ оставил неизменной базовую ставку. Ее уровень составляет 21,5% годовых. Аналогичное решение, принятое в отношении ставок по кредитам и депозитам overnight, которые равны 23,5% и 19,5%. Соответственно, по прогнозам Нацбанка, потребительские цены в Молдове продолжат расти на фоне более низкого, чем в прошлом году, урожая, войны в Украине, а также следствие увеличения стоимости энергоресурсов на мировом уровне и корректировки тарифа на газ. Нацбанк отмечает, что уровень инфляции достиг в сентябре 34%, на 2,2 процентных пункта больше, чем в июне.